Всем привет, ребята, с вами я, Андрей Микс. Ну и хочу сказать, я не изменил ник, потому что я узнал, если же ты меняешь никнейм свой, то фактически тебе надо заново регистрироваться. А я вот этого вот, извините, не хочу. И в этом ролике, что я могу сказать? Я буду искать разные руды. Я тут уже поставил приват. Ну ладно, пожелайте мне удачи. Я пошел. Ну все, ребята, я скрафтил, и я вон в ту сторону пошел. Это нет, я пойду на СТП. Я нашел только что уголь. И все. Пожелайте мне удачи, чтобы я нашел алмазы. Ребята, смотрите, что я нашел. Тут был золотой блок. Все, я пошел дальше. Ребята, я на 30, а у меня до 15. Я пошел туда копать. Ребята, я помимо алмазов, я тут нашел железо, пока копал уголь, чтобы его потом продать. Железка для меня это нужная. Я пошел опять же добывать его. Ребят, я не на 15, а на 17 высоте. Но этого тоже мне хватит. Я поисследую, может, найду алмазы. Ну и для вас пройдет одна секунда, а для меня, возможно, и вечность. Ребята, я нашел золице. Оно мне ни в чем толком не поможет, лишь для торговли с пиглинами. Когда я буду в аду. А не, еще кое-что, редстоун. Ну, хотя бы это. А редстоун каменный может? Нет. А он мне и нафиг. Хотя его ж вроде продать можно, потому я насобираю. Фитка. Вот, 16 штук как раз. Может быть... Там где... Пу. Я не знаю, где может быть. Там лава. Туда мы не идем. Там лава. И там тоже. Но, скорее всего... То у меня ничего не остается, кроме как добыть карлит стоуна. Мне все равно, что я сломаю железную кирку, потому что у меня хватает железка на еще одну кирочку. Поэтому ничего тут страшного для меня нема. А еще, чтобы ко мне еще зомби сюда, если они заспавнятся, не подобрались. Я вот так застряю. Еще разберутся мне тут. Мне такого и не надо. Ну, ладно. Ребят, я сейчас это все железо вскопаю и пойду продавать редстоун. Я добыл, и я пойду продавать. Это что-то. Здравствуйте. Вот сейчас я продам. И все. Так. Нет. Вот. На все. И сейчас у меня плюс 300... 347 долларов. Немного. Но тоже хорошо. Я так и ничего, что-то стоящего не нашел. Вот, чуть-чуть продам. Курочку продам. Чуть-чуть этого продам.
Ну и все. Больше чего-то продавать у меня нету. Поэтому я пошел домой. Ну, нашел я только лишь железо с золотым блоком. Немного золота. И железо с угольком. Ну и что ж. Ладно. Ребята, всем удачи. И всем пока-пока. До новых встреч. И ставьте лайк.